Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, какие я проводил в Потеряевке с 91 года. Христос воскрес. Это главная песня мира. Ничего нет важнее, как получить воскресение праведных и быть в вечности со Христом. Филиппийцам. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. А это возможно только через любовь. Бог есть любовь. Любовь же бывает трех видов. Первая, самая земная, эрос. Не секс, это не надо путать. Бытие 29. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. Любовь земная, это то, что дает влечение и продолжение. Вторая ступень, жертвенная, когда человек что-то отрывает от себя. Иоанн 13. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. И третья ступень, когда жертвует самой жизнью. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Римлянам 5. Ибо Христос, когда мы еще были немощные, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. На вершине любви песни «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах Он жизнь даровал». Поэт Бальман писал, «Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения». И добровольного мучения за нас распятого Христа. Вот эта красота Христа и спасет мир. Никакой другой красоты мир не может принять. Она есть у него и не спасает. А эта красота пришла с неба, и он умер за наши грехи. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Псалом 44. Чтобы ты не вообразил, что бы ты ни сказал, у него все выше и лучше. Великомученица Екатерина поставила 4 условия, когда она выйдет замуж. За кого? Если он будет красивее ее, если он будет богаче ее, если он будет знатнее ее, если он будет умнее ее. Ее решили познакомить с таким, сказав, что твое богатство по сравнению с ним есть только грязь. И твоя красота по сравнению с его красотой только грязь. И твоя знатность по сравнению с его знатностью есть ничто. Ум же его не поддается даже описанию. Ее познакомили с Христом. И все это сбылось в ее жизни. Подарили ей икону Бога-младенца. И во сне она пыталась к нему подойти, и он отворотил лик свой от нее. Ты безобразна, гнусна и нища, и жалко. Откровение 3. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Красавица, мисс Вселенная, а перед Христом она зловонная и комок грязи. И она решила все же ему понравиться и получила это через принятие его в свое сердце и через святое крещение. У нее вопрос стал сразу же. Могу ли быть богаче? Можешь. Могу ли я быть красивее? Можешь. Если бы мы шли этим путем, то получили бы все это ныне же. На меня все скандалы так и валятся, хотя я этого и не хочу. Пример. Сегодня окончила служба и вижу, что одного брата нет в церкви-то. Когда же спросил других, мне ответили, что он на тракторе в поле. Ну как же так? Сегодня же воскресенье и поле сырое. Пошел, захожу в дом. Мир дому сему. Христос воскрес. Отвечаю, с миром принимаем, воистину воскрес. Спрашиваю хозяина. Выходит, не заболел ли? Что случилось, брат? Оставьте меня в покое. Что вы лезете? У меня семья на волоске висит. Вот тебе и на. А я-то при чем? Разве мой волосок тут? И говорю ему, да ты без пояса почему-то, устав нарушаешь.
А я вот напротив тебя живу и ни разу даже из бани не посмел выйти, прежде чем не заправлюсь как по форме, чтобы ты меня не увидел расхристанного бокошка. В какой момент я стал вдруг перед ним виновен? Значит так, я виновен и не знаю в чем. Это демон зла делает так. Он практически выпер меня за один вопрос. И мне там отныне делать нечего. Я так и скажу моему спасителю, что меня брат выгнал, я не нужен ему. Есть бес глухой и немой, а есть бес гнева и раздражительности. Когда матерщинники приходят в храм, то с ними творится что-то невообразимое. Они трехэтажными матами начинают под сводами храма сквернословить. Это демон тревожно так ведет себя. Начать выжимать из себя раба, значит, воскресение принято, и над смертью воздвигается трофей. Все, чем владеет дьявол, попрано Христом воскресшим. Матфея 12. Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Это самое великое знамение за всю историю человечества. Кто в это поверил, то ему другого не нужно. Случалось, что кит заклатывал человека, и уже через час человек будет весь разваренный. Там кислота в нем. Но Иона был не 3 минуты, а 3 дня в утробе кита, и даже сознание не потерял. Иона, 2 глава. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой оббита была голова моя». Почему другого знамения не нужно? Апостол Павел дает ответ, 1 Коринфян 15. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Смысл жизни не в том, чтобы научить ребенка ходить или ползать, будет ли он сыт или неграмотен. Смысл в одном, говорит Соломон, что все суета и томление духа. Высушим сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Посмотри на все, что у тебя есть, и представь, что тут будет после тебя другой, и ему много не понравится, и он будет твои полочки ломать и еще осудит. Что попало это дело, по его мнению? Екклесиаст. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. Самое-то главное в том, что если есть смерть, то все остальное какой будет иметь смысл, если оно тут же и забудется, что ты жил. Это только кажется, что кто-то будет помнить. Никому это не надо, все суета. А вот когда это верно, что есть воскресение из мертвых, тогда все приобретает иной вкус и цвет во всем. Свет во всем. У тебя как-то интересно, затухание идет. За одно слово к концу у тебя уже амплитуда падает раза в 2 ниже. До конца держи тем, чтобы слышно людям было хорошо. В человеке есть и тело, и душа. Воскресение касается и тела, и души. Но сначала душа должна, уверовав, воскреснуть. Тело воскреснет в общее воскресение. Иоанна. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а сделавшие зло, воскресение осуждения. Второзаконие. То пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделать ему то, что он умышлял сделать брату своему. Итак, истреби зло из среды себя, и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Смерть Христа была неоправдана. Приговор сатана вынес ложно, и потому на него и пало теперь это обвинение во всем. Смертью смерть попрал, а к смерти приговорил Христа, а в нем греха нет. Евреям. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. 2 Коринфянам. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. И вот дьявол бегал возле креста и кричал, и говоря: разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста. Римлянам.
потому что все согрешили и лишены славы Божией. Слова «Христос воскрес» верующего радует необыкновенной радостью. Нерожденный свыше не может иметь настоящей радости в воскресении Христа. Они как гневались тогда неудержимо, а 5 и 25 лет назад так и гневаются. Чуть-чуть слово сказал Николаю или Виталию, и снова как бурный поток с гор, гневная лавина. Это безрадостное состояние, без победы над собой. Не владеющий собой человек подвластен иной темной силе. Ему кажется, что он борется за правду, но он никогда не попросит встать на колени, чтобы помочь ему, ибо он не понимает, что дьявол пашет на нем за справедливость, только в отношении себя. Когда касается других, то его никогда не понимаешь. Он уже ужался до микронной точки. Повторяй про Христа воскресшего, что он ожил. Ты в гробнице, хочешь посмотреть на мертвого? Стражники, первосвященники, фарисеи на чеку. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. Он был безгрешен, и потому смерть не могла его удержать, Иоанна. Ибо и братья его не веровали в него. Ученики разбежались, все опустело, от множества ни одного. Веры в воскресение не осталось ни в ком. Нужно было заново, уже после его смерти, Духу Святому все созидать, напоминать, восстанавливать, укреплять. Делать их мужественными, здравыми, мудрыми, терпеливыми. От Луки. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день, ныне, как это произошло. О чем они думали? О том, что они будут рядом с Мессией. Они будут судить римлян. Псалом 40-49. Производить над ними суд писанный. Честь сия всем святым его. Аллилуйя. Деяния. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» От Марка. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Апостолы просили себе важные государственные должности, справа и слева сесть, когда Израиль приобретет независимость. От Марка. Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Они так и думали, и их не могло не постигнуть полное разочарование. Когда люди ищут плотского или выгоды только в этой жизни, в конце концов они всегда начинают роптать на Бога и превращаются в хулителей. От Луки. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но удивили нас жены, которые говорят, что он жив. Проблески начались так робко. Вы же все иудеи, вы знаете закон Божий, читали пророка Исаию, как же могли так в раз все напрочь забыть? Вы знали, что человек был бессмертным. Знали вы, что он бессмертным? Ты же вопросительный знак. Ага. Знали. Если... Меня интонацию чуть-чуть. Знали, то как же могли допустить, что Бог так вот и оставит все под сатаной? Бог есть любовь, и он обязательно плененных врагом пленит сам и выведет их на небо и даст дары им Духа Святого Своего. Ученики его и верили, и не верили. Им было впору восклицать вместе с маловерным отцом. От Марка. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». От Марка. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Какие изменения происходят с ними, и при том почти мгновенно. Пламенный, беспредельно преданный пророку из Назарета, Симон отрекается от знакомства со Христом пред какой-то служанкой, а ныне, исполненный Духом Святым, он обличает тех, перед кем все трепетали за их власть отлучать от синагоги. Иоанна. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Деяния. Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Не римляне, но вы, иудеи, вы, стоящие здесь, внимающие глаголом вечной жизни. А сегодня Папа Римский хочет снять вину с иудеев и переложить на кого-то другого за распятие Иисуса Христа, Сына Божия.
Тогда пусть скажет, что если их вины в том нет, говорит Иоанн Златоуст, то какой же грех сделали иудеи, и за что их Бог так рассеял, что сотни лет они не могут собраться на свою отчизну? Масоны ныне добиваются того, чтобы убрали везде, и в Евангелии, что про них написано, как они распяли Спасителя. Так развратницы-феминистки делают новый перевод Библии, где слово «Отец Бог» переименовывают на «Она Бог-Мать». Сатанинское тщеславие. Даже и все заменят, но не могут же они заменить времена года, Исаия. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя. Тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Иезекииль. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено. 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 Ну, то есть, отодвинуто в сторону. Но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. Иезекииль. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля. Вот так, Иезекииль. Так неизменно это вечное слово вечного Бога, в котором и читаем, как было дело на самом деле. Сейчас идет огромная предательская работа, переделывают богослужебные книги, чтобы о распятии евреями Христа не было в них ни слова. Против Иоанна Златоуста, где он говорит шесть слов против иудеев, они воюют открыто, чтобы показать, какие они благодетели, чтобы перед пришествием Антихриста все бы их желали посадить себе на шею, как будто они не сидят уже на каждом. Апостол Павел не пошел на такое убиение своего народа, они тогда и его приговорили к смерти. Об этом говорил Стефан, первомученик, Деяния. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. 1 Фессалоникийцам. Которые убили и Господа, и Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближаясь на них гнев до конца. И вот сейчас этим занимаются и мусульмане, которые, что и они точно попадают под этот стих. Запрещают молиться открыто и прочее. Они прямо попадают под это. Да, необходимо ли так говорить сурово? Да, необходимо, чтобы было потрясение. Вот, я проговорил сейчас с Николаем и Виталием за их неудержимую гневливость и бестормозные движения их языков. Ты еще поговори, батюшка наложит взыскание за такое беснование во гневе, и можно ждать перемены. А то один я говорю, и все на меня недовольны, а вы такие мяконькие, такие добрые. И мимо их безумств идете, и ни слова в защиту их человека в них не говорите. Нужно, чтобы человек вздрогнул. Обоих нету. В разные концы разъехались от Потеряевки. Если человек приветствуется Христос воскрес, значит, ты веришь в это? Тогда и держись за него обеими руками. Я тоже хочу воскреснуть. Я тоже борюсь с пленом и с тлением. Говорят, что в человеке 320 миллиардов клеточек, и каждая переполнена смертью. Все кричит, хочу жить. Куда ни ткни, везде больно, везде крик, не надо, мне больно. Значит, что-то там уже рушится. Рушится. И рушится. Если есть боль, боль это предвестник слуга смерти. Это отсутствие вечной жизни. Это покинутость Богом. В вечности этого ничего не будет. Книга Откровения. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Ни печали, ни воздыхания, ни страдания вечности в раю не будет, но там пребывает только жизнь бесконечная, Исаия. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. 1 Коринфянам. Когда же тленное сие облечется в нетление,
и смертное сие облечется бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. 2 Коринфянам. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. 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 Прямо так, чтобы чувствовалось у тебя. Первая фраза воскресшего Христа сразу уничтожает страх смерти. И все клеточки в человеке кричат: «Воскресите и нас!» Филиппийцам, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. О, возлюбленные, этого вообразить даже невозможно, говорит блаженный Феофилакт. Как это будет, что наше смертное, гниющее тело вдруг сделается подобным Его телу нетленному, светлому, вечному? Вот почему Серафим Саровский делал такие воздыхания, что если бы эта вот комната, в которой мы сейчас находимся, вся была наполнена червями, и каждый из них прогрызал нас во всех направлениях, то и тогда следовало бы претерпеть это во всю жизнь, чтобы только быть со Христом в вечности. 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 Не могу никак я привещать, чтобы ты до конца ясно проговаривал слова. Вот как вопиет в тебе человек, вера в любовь и воскресение Христа. Вот эта вонючка будет благоухать вечно. И это мы все получили в воскресении Христа. Вот это самое тело. Посмотри на морщины, на шрамы, на тленное. Страшно, как много дано нам и как много не ценим это. Подобное дело телу Христа и ничем-ничем не отличается от Его тела, ярче солнца тысячи крат. Жизнь – это одно мгновение, и мы уже на той стороне. Если бы нам пообещали сейчас, что если мы поедем на север, там на льдине будут лишения, год всего потрудиться, и тебе в добром городе, или где пожелаешь, будут даны все блага и квартиры навсегда, а нам обещаны обители небесные, и за такое короткое время, кто болел, и мы это знали, что это? Уже все давным-давно кончилось для них. И ты повторяй каждый вечер, что прошел день, потом повтори, прошла ночь. И как бы этого и не было, и каждый час начинай как бы сначала, и совершенно не помни о том страдании, что было когда-то. Прошло и нет его, промелькнуло, и как бы и не было никогда. А у Бога все это учтено. Все приближается к концу, и думай, что ничего не было. А срок только начался. Конец тот, грань-то, где конец. Она на том месте так и стоит. Штрек этот уже не насколько короче. Да радуйся, что Бог дает шанс потрудиться и получить такую великую награду. И ты вводишься в родство с самим царем неба. И уже на земле Бог так обустроил все, где мы живем. Сколько воздуха, света, птицы, звери, люди. И нам так-то уж хорошо, что и уходить из гостей с этой земли не хочется. Подивись всему, что под рукой ежедневно. И тому перестали удивляться. Удивляться, вот здесь я проговариваю до конца слова. Попробуй изменить. Удивляться. Да. Как весной все сажают такое маленькое семечко в грязь и ждут урожай. Привыкли, и если не взойдет, хмуримся, ропщим на что-то, на малую всхожесть. А где этот, кто дал всему жизнь? Что оно всходит и воскресает заново, это даже и не чудо, а сверхчудо. Но затуманенными мозгами не видим ничего. Вот так должно и будет. Вроде бы Бог обязан этот закон чуда повторять и повторять, потому что мы это уже поняли. Нам это чудо понравилось, и мы, видя воскресение всего, открываем в самих себе это чудо. И если все это такое временное, то как мы должны ждать воскресения из мертвых Спасителя? Ибо в нем и мы воскреснем, так как Он ответил за наши преступления и искупил нас от клятвы закона. 1 Коринфянам. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. И там будет непрерывная песнь благодарности Искупителю. Откровение. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Чтобы достигнуть общего воскресения мертвых, которое называется вторым воскресением, так как первое воскресение совершается в момент уверования,
когда душа из мертвых дел выбирается во свет Христа. Необходимо сегодня соединиться с Ним. У вас учатся здесь дети. Спросил вашу учительницу Елену Анатольевну Барабаш, приходят ли к вам родители, интересуются ли, как их дети духовно растут, есть ли сдвиги какие-либо, или так и прыгают, как козлики. 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 Со стороны смотреть, и то можно заметить, что не все нормально здесь. Девочки иногда и брюки надевают. Вася согласился в школе в Корчино сыграть роль домового, а потом на службе и в обморок хлопнулся. Ося уже так ведет себя, как будто в уголовнике научается. С ними даже находиться рядом страшно, такие непослушные. Школа – это подготовка к духовному воскресению. Терентий маленький, а уже такой хитрый растет. На службе чуть уже падает сидеть или во время поклона стремится из-под руки, когда голова внизу, оглядеть всех в церкви. Вы это из детей хотите убирать или нет? Или вам все равно, что будет с вами в вечности? Так почему же не приходит... С ними в вечности, не с нами. С ними в вечности. Так и считай. Так почему же не приходите к учительнице, не спросите, как наши родненькие росточки? Колоски плодоносят ли или шпанята растут? Кем будет Максим Глушков? Выход из этого один – воскресение из мертвых. Но когда до размеров Саши Дмухи вырастет, тогда этого блудягу не вытащишь без милиции. Он должен уже сегодня сам себе рога отпиливать. Эта муха мед собирать не будет. Так что же нам делать, спросите вы? Вот я вам говорю, все так и получилось. Все получилось, даже с трагедией. Одного уже нет живого. На первом месте послушание. А не так. Я хочу. Оптинский старец Нектарий так и понимал, что человек приходит на землю только для того, чтобы научиться послушанию. Самость уже их душит. Обидчивость нагрузилась под завязку. Отрубить это поскорее. Хотите таких депутатов иметь, которые бьют друг друга и женщин за волосы таскают? Что это за страна, в которой мы живем? Это невоспитанность сынов волчьих. Это буйная одержимость, и никакого им наказания нет. Они красуются перед бесноватыми, невоскресшими мертвецами. Почему я говорю волчье? Потому что Вольф, волк означает. Вольфович, Владимир Вольфович, сыны волчьи. Понял. Иринарх Ростовский говорит, по Москве ходят демоны в образе человеческом. Это он говорил о ляхах. И когда я это процитировал в Америке, то ко мне подошли и сказали, что я тут некоторых обидел, что тут есть поляки. В зале. Ну. Как близко все принимать к себе. Только не в том смысле, чтобы покаяться за своих единоплеменных, а чтобы худо о них не говорили. Как евреи пекутся о своих распинателях-жидах, стилизуют и чистят уже богослужебные книги христиан. Смертью смерть попрал. Это победа над грехом, над смертью. Заключенный в поступках, влекущих к смерти, к вечной погибели. Была в ересе, жил в грехе. Он попрал смерть и дал нам эту силу и власть над грехом. От Иоанна. И Иисус отвечал им, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Сущий во гробах жизнь даровал. Что такое гроб? Это не только та избушка, в какую закрывают человека после его смерти. Златоуст говорит о пьяницах, что они душу свою заключили как бы во гробу. От Матфея. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. От Луки. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Дай, иди. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Когда приняли воскресшего Христа в свое сердце, когда встали на путь следовать за Ним, вот тогда мы расстались с гробами, стали теми, кому Он даровал жизнь вечную. Вот так оканчивается, это, видимо, кассета у Игоря Барабаша, он записал, кончалось, он переворачивал, и почти все занятия оборваны. Слава Христу вовеки!